внимательно, внимательно, внимательно смотрим. И мне дают... О, 2000 опыта! Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, что же я получу за 1000 кило в абсолютно всех режимах, какие есть стендов 2. Наша цель — это выбить какой-то скин из ним из коллекции. И я очень надеюсь, что у нас это выйдет. Ну а вы, брата, прямо сейчас прожмите по лайку, потому что я на это видео потратил очень много времени. Ну что же, а мы переходим в режим номер один — командный бой. Погнали! Ох, ребят, ребят, как же давненько ты не записывал эту рубрику! Ну что, ребята, все идем успешно на мид. Пацаны, сюда, сюда, дорогулечки, ты моя. Каждому по килу, тебе по килу, тебе по килу. Так, мужики, подходим, не стесняемся. Уже 8 кило! Ребята, как вы думаете, что же я получу? Потому что недавно Нави тренер рассказывал, что в командном бою добавили шанс выпадения Диглаурей. А мало ли вдруг, прямо сейчас я диглаурейд получу эту малышечку. Кстати, да, если меня смотрят разработчики, ребята, это экспериментальное видео, я против пустов. Это it's just эксперимент. Блин, я не сами знаю, как будет эксперимент по-английски, но вы поняли. 5 minutes later. 151, 152. Пацаны, быстрее, бежим, 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 бежим. Давай, мужик, 153, 154, 155, 156. Портва, 8 секунд, 7 секунд. Да, быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 давай! Нет. 160 киллов! Да, 161! 161 килл! Что же я прямо сейчас получу? Внимательно смотрим. Я очень надеюсь, что мы получим какой-то другой скин. И мы получаем... А ну-ка, ну-ка. 2000 опыта! Это максимум! Челу рамку дали! А мне дали? Что-что? 20 серебра? Чё закидал? Ладно, ребята, так дело не будет. Что-то, ребята, маловатенько. Ну ладно, а мы перемещаемся в следующий режим. Погнали! Ну что же, ребята, а мы прямо сейчас в закладочке. Ну что же, мэнчики, погнали ломать всем кабины! Так, брата, кто последний прибегает на план Б? Подгали моя пепа! Ой, бегут, бегут! О, получай по шапке, получай по шапке, получай по шапке! Так, ребятки, ну одному из вас надо заплентить. Я раздефьюжу и благополучно даю тебе маслину. Все, найс. Ну что же, и вот таким вот макаром мне надо сделать 8 раундов. И закаточка, перемещаемся в раунд номер 2. Ребят, можете, пожалуйста, от меня не уворачиваться? Вам от пуль уворачиваться не надо. До свидания. Слушай, ребят, ну пока что игра прям очень-таки неплохо. В 10 кд и в 30 очков. Слушайте, ну у меня еще такое подозрение, что меня могут забанить. Давайте быстрее, 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 быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Понакатанные, понакатанные. Ребята. Работают профессионалы. 45 кд. Ой, какой 45? 15 кд, 45 очков. А, братва, а сколько у вас очков? Напиши в комментариях. На, опа, найсик, сюда, 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 сюда. Олдик, это мой братик. Ай, хорошо такая, леди и джентльмен. 4-0. Оу, май. Оу, май. Изи, каточка. Так, ну что, погнали дальше. Ох, тяжело быть киберспортсменом, ребята. Не мы такие, жизнь такая. Мы перемещаемся в 5-й раунд. Let's go, let's get it. Он не успел заплентить, о нет! Как говорится, кто поспешит, людей насмешит. Вот это про меня. Ну что, пацаны, 2 ластовых раунда. Ура! Остался последний раунд. У меня 100 очков! Хо-хо! И 35 кд, прикиньте! Я думал, это невозможно, но мы это сделали. Изи, каточка! Погнали дальше. А я говорю сразу, разработчики, если что, это не буст, я просто жесткий киберспортсмен, ребята. Клан Маслята, не слышали? Мы играем всегда в 100 кд, как минимум. Ну-ну-ну-ну, и на нож лосово! На! Лежат всем! Ну что, ребята, прямо сейчас мы знаем, что же мы получим. Давайте смотреть. 8-0. Все идет максимальному плану. У меня 40 кило! Так, внимательно, внимательно, внимательно смотрим. И мне дают... Это все? За то, что я отыграл как жесткая кибермашина, мне дали всего лишь-то 30 очков? Уважаемые разработчики. Мне кажется, или вы обнаглели в край? Хэштег, такого не должно быть. Ну и следующий наш режим — это снежное безумие. Перемещаемся в него.
Ну что, ребята, тут все максимально на изящах. Мы просто делаем киллы, все. Величайшего для величайшего. Давайте, пацаны, сюда, сюда, мои вы маленькие. С базуки, хэдыщ! Вот типа пчелюха слетела, хэдыщ! Так, брат, давай, чтобы ты не один был. Сразу минус три. Хэдыщ! Да ты шо, ребят, у меня уже неудержимость, давайте. Опять не по суку дали, это имба. Так, все становитесь в кучу, чтобы я сразу всех мочил. Сразу, оп, давай, мужик. И ластовый, все, найс, найс, найс. У меня уже 21 очко. Брат, а что новенького добавили на булдропе? В смысле, пексик, родной, ты же не знаешь, добавили реферальную системочку. Ты приглашаешь друга, он проиграл тишку, а ты получаешь кэшбэк, изи мани. Плюс добавили новый ивент, фабрика эльфов, наша любимая. Ты фармишь карамельку и получаешь на халяву бесплатные скинчики. Также сверху на моей головой есть секретное слово, ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Блин, мне очень интересно, что же мы получим. Это новый режим, вполне вероятно то, что мы можем получить тут какие-то особенные, крутые скины. Ой, 49 киллов. Хорошо-то как! Давайте, пацаны, быстрее, 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 быстрее. Умничка, умничка, найс, раз, два. Блин, чел, ты че в воздухе зависаешь? Все, найсик, найсик, 62 килла. Давай, родной, подходи, раз, подходи, два, подходи, три. Найс, найс, хорошо-то как! Nice. Ой, мой, ты маленький, 80. Еще целых 2 минуты времени. Камон, мэнчики. С вами Эвременчик. Ребят, надо по-любому сделать хотя бы, ну, 130-140 кило. Очень сильно хочу, поэтому давайте все по Шурику просто бежим ко мне. Ой, красавцы, 98 кило. Обалдеть, еще будет соточка. 100 кило. 5 minutes later. Найс, найс, найс. 146 кило. Это невозможно. И что же мы получим из за этот режим? Давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим. 1600 опыта. И нам дают, нам дают. Вы что, ненормальные? В смысле 15 серебра? Вы знаете, кто я? Ладно, ребята, перемещаемся в следующий режим. Ребята, это гоночка поражения сюда на базу. Ну тут все будет максимально изи и максимально быстро. Мне просто надо ставить всем хедшотики. Пацаны, мои вы маленькие снежочечек. Салам алейкум. Слушай, ну я думаю, это прям будет вообще легчайше для величайшего. Если не ошибаюсь, надо всего лишь 15 кило. Я думаю, это будет прям очень быстро, да? Или сколько там надо? 11 даже. Насколько быстро все это делается? Блин, ребята, просто спидран какой-то по прохождению. Чел, куда ты бежишь? Сюда, 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 мужик. Найс. Все, изи. Вы че гоните? Ха-ха-ха. Просто за минуту прошли этот режим. Кто тут папа? Я тут папа. Кто тут папа? Я тут папа. Имба! Смотрим, что же мы прямо сейчас за все это получим. Давайте смотреть. И мы получаем 200 опыта. Не, ну хотя бы дадут утешительный приз, там какой-то авик тиха, например. А, вот тебе утешительный приз. 10 серебра. За шибумба. Не, ну хотя бы киргол бы дали. Перемещаемся в следующий режим. Ну а прямо сейчас, ребята, мы находимся в режиме эскалации. Тут все будет максимально изи. Я должен просто раздавать бомбочку и дать минус 3. Я очень надеюсь, что великий рандом стендофа жалится надо мной. Даст мне хотя бы какой-то утешительный приз. Ну сколько можно? Ну я разве не служил? 3 хедшота ставлю. И теперь смотрим, сколько я получаю очков. 9 очков. Неплохо. Ай, моя любимая эскалация, погнали! Папа Кента ПК тут, а? Тебе по шапочке, тебе по шапочке и тебе по шапочке. Теперь дефаем. Все, изи. Белиссимо! Если честно, мы снимаем это видео более 10 часов, поэтому, ребята, прожмите лайк за наши старания и в комментариях напишите ваше ID. А мы кого-то из вас порадуем и дадим вам 1000 голдишки. Обожаю побеждать. Блин, ребят, я уже отыграл в скольких 4 режимах, меня никто ни разу не замочил. Обалдеть. А, ну тут лежит в челах, смотрите, даже не видно, где бомбочка заныкана. Ребята, последний решающий раунд, и прямо сейчас мы узнаем, что же я получу. Посмотрите на мой статут, 20 кило. Ребята, кто тут папа? Я тут папа. Кто тут папа? Я тут папа. Ребята, киберспорт не пробьешь на бэткебеле. Легчайший для величайшего. Теперь быстро дефаю бомбочку, и мы смотрим, что же я получаю. Очень волнительный и ответственный момент. Интересно, сколько мне дадут опыта? Так, внимание. О-хо-хо-хо. Кажись, это будет очень много опыта. А ну-ка. 1120. Слушайте, нормально, нормально, нормально. Нормально. И я получу. Чай, внимание! За что? Всего лишь на 10 серебра! Ё-моё! Идемте в следующий режим. Ну и на
наконец-таки наш последний завершающий режим гоночка вооружений! Я надеюсь, хотя бы тут мы не обкакаемся и что-то получим. Ребята, менчики, сюда! Подошел, замер, красавчики. Слушайте, подождите, а это давно так, что надо сделать 18 очков, чтобы пройти гонку вооружений? Просто, если не ошибаюсь, раньше было 13 или 14, а сейчас как-то стало гораздо больше. Опа-па-па-па! А, пишет, оружие больше добавили, из-за этого больше, понял? Ребята, я уже на 14 уровне из 18, у меня 25 кд. Решающий килл, погнали. Слушай, а я мог это сразу минус 4 дать? Стойте, вот так, стойте, друг друга. Раз, два, три! Все, ребята, я сделал 34 килла, 11 очков, и мы смотрим, что же я прямо сейчас получу. Внимание, леди и джентльменс, и я получаю! Пожалуйста, разработчики, пожалуйста, дайте мне хоть что-то хорошее, прошу. И мне дают. И... нет, мне дают не 10 серебра, мне дают целых 13 серебра! Короче, братва, давайте так, вы набираете под этим видео 10 тысяч лайков, и я снимаю продолжение, я сниму эту же рубрику, но уже в ММе! И вот там-то я по-любому выбью что-то очень дорогое. Поэтому, ребята, прям сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, в любых хороших комментариях с вашим ID. И самое главное, подпишитесь на мой телеграмчик, там вы можете получить бесплатный ножичек. Все ножи ссылочки с описанием, всем удачи, всем пока!